Приветствуем вас в нашей студии. И сегодня у нас очередной ништячок, который предоставил нам наши московские партнеры, компания Automagic. Установка АМР. Аппарат подключается к магистрали высокого давления на работающем кондиционере. Заявляют производители о том, что будет вообще супер. Убьет все, результаты тестов тоже у компании есть, обещают, что убивает вплоть до трупного запаха и так далее и тому подобное. Оставляет мягкий и приятный шлейф запаха в вашем автомобиле. Да, как это будет происходить? Вот, ну, собственно, тестируем. Ну, от облака его видно. Понюхать, что же получилось? Ребята, чума! Это просто чума! Это за гранью добра и зла. Вот как раз и хозяин. Подойдите со своей стороны, что скажете? Мне очень нравится. Как? Запах? Нет, запах на самом деле офигенный. Я очень привередлив на самом деле в плане запахов в салоне, потому что большую часть времени ездишь в автомобиле. Ну, в данном случае такой вот нежный получается. Ненавязчивый. Ненавязчивый, да? Нежный запах. То есть, в принципе, и рецепторы не раздражают. И я думаю, что идите спокойно там же смогут. Да,